OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Як ви охарактеризуєте нинішню фазу отношений між Сполученими Штатами і Германією? И почему Германии в конечном итоге пришлось извиняться за их невнятную позицию в отношении поддержки Украины? Ну, во-первых, извиняться им пришлось по той простой причине. Они видят, как это бьет по общественному мнению не только в Украине. Это бьет по общественному мнению самой Германии, учитывая то, что нынешний канцлер только пришел к власти, и он пришел все-таки благодаря той же Ангеле Меркель. И он пришел в компании еще с политическими силами, которые выступают не так четко за лоббирование интересов России, как, например, выступала Ангела Меркель, как выступал тот же все французские президенты предыдущие, включая нынешнего Макрона. Поэтому в США, то, что было до этого, во времена Дональда Трампа, например, это была одна политика. Сегодня, во времена нынешней администрации, совершенно другая. До этого вообще не занимались постсоветским пространством во времена Дональда Трампа. Потому что там четко был бизнес-интересы, и поэтому занимались бизнес-интересом. А бизнес-интересы Америки в основном это Саудовская Аравия, если мы говорим о военно-промышленном комплексе, и все то, что связано с тем же Китаем, в большой степени. И потому интерес большой был именно туда передел. Что касается старой Европы во главе с такими странами, как с Германией, Францией, это не представляло того интереса, который, например, представляет у того же Байдена. И потому Байден для того, чтобы вернуть ту политику, которая была во времена Барака Обамы, он, в принципе, повторяет эту же политику. Когда кто-то говорит о том, что риторика немножко другая, они все лукавят, потому что надо вспомнить риторику 2014 года, где Байден был вице-президентом, и президентом был Барак Обама. Когда не надо было говорить о том, что Россия, если перейдет границу, совершит агрессию, да? Тогда мы примем санкции SWIFT, отключим этот от SWIFT триллион долларов арестуем и многое другое. То, что они сегодня заявляют. Тогда же четко была эта агрессия предпринята. И тогда ничего такого сделано не было. Не было. Поэтому сегодняшняя риторика, когда вот они это говорят, это надо понимать, что никакой, Россия же тоже это слышит, и она прекрасно понимает, что ежели тогда они не применяли, а я перешагнул, а сегодня мне перешагивать в данный момент пока не выгодно, но он проверяет брешь от Белоруссии до Крыма, да, проверяет брешь. Если он найдет такую брешь, как он нашел в 2014 году, он же нашел в 2014 году в Крыму, из единого выстрела, они уговаривали украинское руководство, не реагировать так-то, да, и отдали без выстрела. А когда в Украине, именно в Украине, когда пришло понимание того, что и Донбасс уходит, тогда Украина сама стала сопротивляться. И когда вот появились эти гробы и все остальное, тогда Россия остановилась именно там. Сегодня Россия продолжает эту же политику, проверяет на вшивость и на брешь, да, ищет. Найдет она брешь, она пойдет вперед, можете не сомневаться. Ежели она не найдет эту брешь, она будет держать это вот в таком же подвешенном состоянии, в каком это находится сегодня. По той простой причине, в союзниках у нее и Германия, и Франция, и Соединенные Штаты, которые в 2014 году, извиняюсь, завершаю, Тарас, которые в 2014 году в такой похожей ситуации силком притащили Украину к подписанию Минских соглашений в феврале 2015 года. И сегодня они также, нагнетая вот эту атмосферу, хотят Украину вернуть к нормандскому формату, к переговорам по этим Минским соглашениям. Вот то, что мы сегодня происходит. Это надо понимать. Мы это понимают в Москве, это понимают на Западе. Очень важно, чтобы это понимали. Москва ведь главное в стратегии не откажется от давления на Украину. Это невозможно, так не будет никогда. Вот когда ты исходишь из этого, то все встает на свои места. Тут уже не возникает вопросов. Да? Значит, нужно противостоять как врагу, нужно защищать свой суверенитет, нужно не принимать никаких компромиссов, потому что компромиссами выстлана дорога к новым потерям территории, договоренностям против Украины, в пользу Москвы и так далее. Постепенно, по чуть-чуть, но не получается войной захватить. Значит, будем стремиться втолкнуть сейчас это Ордло на условиях, при которых они будут определять, каким будет суверенитет, куда можно вступать или не вступать в Украине. Сейчас перешли опять к старому плану. И все, что предстоит, это действительно
пропагандистском плане заменить вот эти высеченные, вырванные из украинского информационного пространства ресурсы, которые были под Медведчуком, которые там политики ОЗПЗЖ, они их заменят вот на такое включение элементов более мягких, более неочевидных, это много фамилий, много лиц из России и не только, которые будут внушать украинцам, что компромисс лучше войны. Слушай, но компромисс в таких условиях очень важно. Смотри, а ты мог бы просто по памяти, не спеша, вот по памяти, перечислить тех людей, кого ты считаешь, вот ты лично, твоя экспертная оценка, людьми, которые либо уже засланы в медийное поле Украины для такой инфильтрации всюду, либо готовы к тому, чтобы появиться на голубых экранах украинских? Ну, безусловно, это все, что связано со средой «Эхо Москвы». То есть это и ряд ее авторов, это и, так сказать, сам главный ее редактор, который работает на «Газпром-медиа». Это государственная радиостанция, она на 70% с лишним принадлежит «Газпром». Это и другие СМИ, прежде всего СМИ, это телеканал «Дождь», это, безусловно, отчасти позиции и «Новой газеты». Там вы же знаете, что есть одни и другие. Вот часто путают редакционную политику, которая определяет, в общем, такой баланс, который обеспечивают главные редакторы, поставленные управлять этими СМИ, между Кремлем и их позицией, и их методичками. Ну, там неважно, там Громов одними управляет, другими. Напрямую где-то Кириенко на «Дождь» влияет, где-то это, ну, они прикрываются этой крышей. Вот, где-то Песков, например, личные взаимоотношения с Венедиктовым и так далее. Вот все, что будет идти от имени этих людей, это, безусловно, новая попытка гибридного воздействия. Ну, конечно, отчасти это могут иметь место и лица, сложно чиновников продавать это, никто в Украине не купится. Но вот такие, которые вроде культурная общественность, да, культурная, которая вроде как не про войну, не про политику, но они будут внушать, что нашим народам нельзя ссориться, нам надо объединиться, нам надо, так сказать, вот Собчак, она же как раз, она как раз фронтмен, она как наиболее раскрученная, как фигура, которую украинцы считают аполитичной, потому что украинцы даже не знали, большинство, что она баллотировалась. Для них это дом 2 там, и потом, да? Она как раз и несет братские народы, которых рассорили политики. Ты понимаешь? Она так и говорит, да. Она так и говорила вчера. То есть, я говорю, нам вопрос решаться долго будет. Вот я не представляю в ближайшие годы, что если уйдет власть, не уйдет, я так не думаю. Это мы и сами понимаем, что она просто так не уйдет. Что Путин что куда-то уйдет. Вот. Но там звучало и другое, что нам надо решать, нам надо преодолевать, мы должны и так далее. Это то, что в принципе уже проходили. Просто возможности было куда значительно больше раньше. Сейчас они сократились, потому что война, она все обостряет. Она вот, такое противостояние, оно вроде, ты получаешь и оружие, как Украина это сейчас получает, но ты получаешь еще и вот этот пилюлю ненависти. А она нужна, потому что если тебе предстоит воевать, ты что, будешь брататься, что ли, с ними идти, встречать, значит, с галушками, что ли? Как это ты будешь делать? То есть возникает вот этот градус ненависти, который поддерживает мобилизационное состояние. Если ты не будешь заражен вот этим желанием воевать, убивать и так далее, как ты будешь родину защищать? Ну как? То есть сдаваться и говорить, ну ладно, и все-таки тоже как на русском языке говорят, вроде славяне, давайте все вместе жить как-нибудь, налаживать отношения и так далее. Так не бывает. Ты либо одно, либо другое. В этом как бы большая проблема. То есть нельзя терять вот этот мобилизационный дух. Потому что если ты его теряешь, то ты сразу замыливаешь это глаз, не понимаешь, где враг, где нет, а война этого не допускает, она за это не прощает, она наказывает.